Горы всегда бросали вызов человеку, манили его и дразнили своей неприступностью. И, как это ни трагично, не все из тех, кто принимает этот вызов и уходит покорять вершины, возвращаются потом назад. Ноги йдуть. Улыбаемся, едем дальше. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь из самолета видно здорово, рассмеялась ты. И взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя.